Мы думаем, что люди ведут себя, потому что у них есть некая сущность. Когда вы поместили в него сущность, что он лох, у вас все становится понятно. Когда вы ему говорите, что он красава, все сразу становится понятно. Про фурсетка говорите, тоже все становится ясно. Мы все ошибаемся. Когда вы приходите домой в квартиру и встречаете там родственника, знаете, что вы фундаментально ошибочно атрибутировали ему некую сущность. А на самом деле там все, мягко говоря, сложнее. Сложнее ли потому, что у него какая-то специфическая сущность, за которую он скрывает от вас? У вас есть такая сущность, которую вы прячете? Нету. Есть ситуации, в которых вы оказываетесь. У нас есть с вами разные психологические типы, которые определяют для нас, как мы реагируем на те одни и те же ситуации. Значит, в зависимости от того, каким образом, значит, организована наша психическая организация, и есть специфика нашей реакции на ситуации. Мы не все реагируем одинаково. Но главное и базовое – это типология. Если вы не понимаете, с каким типом вы имеете дело, ваша реконструкция всегда будет ошибочна, потому что вы будете ему приписывать собственные мотивации. Потому что конструктор – это что такое? Любопытство и бесстрашие. Рефлектор – это восхищаемся или восхищаем. Центристы – это кто начальник, кто дурак. Надо выяснить, потом действовать.